Всем добрый день. Меня зовут Борис Молчанов, и я представитель компании Samsung Electronics Moscow. Я отвечаю за активности по магазинам приложений Samsung Apps и Tizen Store. И сегодня мы с вами поговорим о магазине приложений Tizen Store, что он себе представляет в общих чертах, а также какие основные инструменты есть для разработчиков для продвижения своих приложений внутри этого магазина. Начать я хотел бы с такой небольшой интерактивной части. Есть видео общего плана, общего характера, которое, в общем-то, показывает, как этот магазин выглядит, как им пользоваться, какие основные секции есть для него. Ребята, ставите? Также допускается наличие
ставим примеры для монетизации в Telegram. Поскольку магазин в этом году будет запущен только на этом уровне российской федерации, с нашей стороны особое внимание будет уделяться предложениям разработчиков, которые локализованы в локальную поддержку как в самом приложении, так и детально в описании магазина, то есть как касается названия, описания. Здесь просто собрана пара текущих советов для того, чтобы ваше приложение заметить. Соответственно, это должно быть красочное фото высокого качества, графические материалы, тоже привлекающие взгляд. Приложение обновляется в фоновом режиме. Будущее Graphics Store магазин будет универсальным для всех платформ, всех условий. Если сейчас, если вы знаете, у нас есть магазин приложений Samsung Caps для Smart TV, для мобильных устройств, называется одинаково, но на самом деле была абсолютно разная стоимость, есть своя политика и приложения, и есть магазин, между этими сервисами. То здесь магазин Graphics Store единственный для сервиса, соответственно, приложение тоже может быть кросс-платформенным и запускаться как на телевизоре, так и на планшете, на мобильном телефоне. Здесь, собственно говоря, основные инструменты, которые доступны для разработчиков. Это главная секция магазина, главная страница приложений. Она состоит из нескольких блоков, и количество может варьироваться. Это как командная секция, так и список конкретных приложений, наоборот, тематические. И отдельная секция для разработчиков, которые занимаются играми, есть отдельная. Материал по играм. Есть на кнопку входа, к сожалению, с картинки не смотрю, но можно что-то посмотреть проблемы на этом магазине. Точно такая же магазин с ориентацией группы по играм. Пропускает там, в принципе, все те же самые товары, те же самые работы проложили. Также магазин представлен версия магазина на веб-портале, на портале для мобильных устройств, мобайл-веб и последней картинкой был магазин представлен на устройство пользователя. Так что, что в общем-то можно сделать? Это баннер, который располагается в различных секциях как сверху, так и посередине. Для заводчиков игры, как я уже сказал, есть отдельные внутренние ссылки, но в принципе игры можно размещать и на главной странице, которая на самом деле страница. Страница со скидкой. Она формируется сейчас автоматически. То есть если вы делаете на своем приложении какой-то дискап, в отдельной секции магазина ваше приложение появится в списке. То есть в принципе здесь никакого взаимодействия с вами не требуется. Единственное, если, допустим, вы хотите это дополнительно осветить, возможно, предварительно сказать с нами и разместить это в виде банана с какой-нибудь красивой цифрой, 50% оффа или что-то. Вот в этом духе без проблем, потому что возможно возмущение и там. Также есть раздел событий, он планируется под какие-то глобальные события, хотя, в принципе, там можно размещать любые приложения, но вообще изначально там акцент такая, что этот раздел будет введен под ивенты типа «Черной пятницы» или «Глобальные распродажи», то есть там что-то будет такое глобальное, скорее всего, включающее сюда несколько приложений. И также есть еще секция «Dynamic Box», это виджет, который может быть размещен на главном экране телефона, он показывает, по-моему,
4 положения из секции Токио и топ цели. То есть то, что продается, и то, что понятие управления нормально. Но а, к сожалению, эта секция она не кастомизируется сейчас. То есть пользователь не может задать интересующие работы, чтобы они отображались в определенном порядке. Он может его и учить, и выключить. Вот. Я надеюсь, что в дальнейшем это работает. И это лучше можно будет уже использовать как дополнительный статью для продолжения вашего продажа. Основной критерий для вашего предложения, чтобы они попали в рекомендованные бары. Но прежде всего, поскольку магазин сейчас запускается в России, то мы заинтересованы в локальных предложениях, которые организованы. Поддерживает русский язык. Крайне желательно, чтобы они были ориентированы на локальную аудиторию. Приложение также должно содержать хорошую информативную информацию, скриншоты, иметь позитивный рейтинг и комментарии от пользователей. В случае выставления баннеров, в случае продвижения в случае баннеров, соответственно, баннер должен быть хорошим, красивым, красочным. Каких-то особых требований сейчас и гайдов нет. То есть никаких четких, скажем так, требований к этим изображениям. Есть, конечно, там, специфичные размеры или какие-то вообще принятые кейсы. Но в целом я думаю, что любой баннер пользует. Дополнительные преимущества для пользователя, если мы просим обратиться, что наше приложение хорошо качает, хорошо покупает, а и так удобно активности, и вы можете предоставить пользовательству внутри игрового, в случае перед покупки, просто скидки приложения. Мы со своей стороны всячески рады всегда поддержать такую активность, если у вас немножко больше. Сейчас я хотел бы поговорить о дефектах, которые выпускают разработчики, вкладывают приложение в пользовательство. Какие технические дефекты на объект несовместимости или отсутствие можно запускать по машине, а именно такие общие принятые, опять же, ошибки, которые желают выпускать. Описание в карточке контента должно быть, должно соответствовать той платформе, в которой приложение портировано. То есть не очень хорошо, если это будет написано с вашим приложением, которое вы считаете другой площадкой. То есть, возможно, в этом приложении будет отличаться функционал, просто заморачиваться просто прекрасно, ставить то же самое описание, сильно соответствовать реальности. Возрастные ограничения — это отсутствие это совсем цензурного. То есть должно быть, по крайней мере, на иконках и на скриншотах должно быть такое жесткое изображение графического характера, кровище и прочее. В принципе, тогда наше положение немножко столкнется с проблемой. Естественно, следует помнить о том, что у каждого приложения есть свой закон владелец, то есть если вы хотите загрузить что-то, что нарушает чьи-то авторские права, сделано получится. Я тоже очень люблю музыку, я вообще люблю.
примера. Отдельный пакет. Могу ли я положить, например, скажем, в один пакет 2,5 2, например. И один запускать, скажем, из другого. Могу ли я, ну, это как-то одно и та же, продумал. Вы можете попробовать. Один и тот же. Он просто не интересовался, он все устроено сейчас. И это реально очень интересно, на самом деле. Могу ли я положить, скажем, в магазин? Нет, положение, скажем, в прибор. А в положении, скажем, поставить зависимость от этого прибора, чтобы не установить положение, чтобы не подключить, чтобы его не использовать. Подобную систему использовать, скажем, я что вам надо, я вас понял. Я пока с таких людей себе встречался, я думаю, что можно попробовать. Но пока не было такого мира, совершенно. Не во что естественно, но не во естественно. Почему там они не так не делают? Поэтому я думаю, это трудно. Таких господин городов. Вот мне интересно, только довольно свежее произведение, вот будет поэтому музыка, это можно, если такая пара. То есть если бы музыка планируется. Ну, если честно, я сейчас не смогу ответить на этот вопрос. Вы можете попробовать загрузить такую сборку, если она пройдет, если она будет работать, то почему нет? Нет, если механизм зависимости нет, то это не смысл. К сожалению, сейчас такая информация нет. Спасибо. Добрый день, Борис, меня зовут Роман. Я хотел бы вам задать несколько прощающих вопросов. Насколько мы все знаем, медицина разноскорая, создавалась в основе медицины Samsung Plex. Сама разноскорая. Сейчас за этот магазин отвечает все-таки Samsung единично, но не обязательно США сошли. Сейчас за этот магазин отвечает Samsung единично. А вы подскажете, это все-таки у меня одна команда, которая в разных магазинах, но в другой процессе. Все-таки уже три разных. Разных команды, да, и сейчас, насколько я вижу, в последний месяц очень отлично развивается Samsung Plex. Да, внесли много изменений, а разные истории остался немножко в том виде, в котором был полгода. Вижу, я не вижу очень много людей. Это тоже стабилизация, которая есть маншруты, сильные на своем языке. Давайте создадим на своем языке. Планируется ли в дальнейшем, что можно быстрее? То есть, если, например, эти команды полностью независимы, или можно вести изменения в своем языке? Нет, эти команды полностью независимы, никакой синхронизации по действиям между ними нет, но касаемо нововведений и улучшений по TypeScript, там сейчас команда работает очень оперативно, и даже допускают такую возможность, что и дизайн поизвестен немножко меняется. Очень вопрос, и у меня еще такой вопрос по здоровью. У вас сейчас в Казахстане является принципом спорта. Мобильная коммерция, как правило, в частности, Кивин, кошелек и кредитные карты. Опять же, если сравнивать с Samsung Plex, сейчас связано с Турией, с основной политикой для России, где мы завышены. Минимальная цена, если мы купим сложность, когда приложение в риск после оплаты, все это сразу. Цена минимальная 24,99. Для небольших приложений в России, которые по опыту показали Samsung Plex, это слишком много. Многие будут играть приложения. Можно ли сделать так, чтобы можно сказать, разный уровень цен для разных способов оплаты. Не один, чтобы включали все три способа, а на каждый. Для кредитных карт инвесторов тоже сдавался, для мобильных действий. Очень бы хотел сказать для России, потому что в России оператор сотовой связи, к сожалению, не будет уровень комиссии. То есть вы сейчас получаете 100% ГРТО, я бы это показал, оператор сотовой связи России, большой объем на ГРТО, я сейчас точно помню, 50-60% составляет. Можно немножко их аппетит умерить, или как вы в России подобрали, и позволить ставить разную ценовую политику для каждого способа оплаты. Да, безусловно, сейчас, насколько я знаю, есть такое ограничение по ценовой политике только для оплаты карты, потому что технически возможно списать вас деньги, если сумма меньше 20 рублей. Вот. А сейчас с переходом, а все с переходом на коммуникацию, я думаю, что не ограничили вот, по привязке к карте. И можно экспериментировать с выбросом. И опять же, по разделению, по минимуму, цена будет обладать всех сразу же
сопоставляет разные цены. Или же она будет отображаться сразу в лесу. Хорошо. И еще у меня маленькое желание. Она перед релизом адресарь Samsung Z на последней версии прошивки. Сейчас видим магазин в этой истории. И видно, что скриншоты в описании приложения внизу выглядят как 4 квадратика, и просто вот прокомментированы. То есть это отрезанные куски, а большой скриншот. Визуально выглядит не очень, можно немножко уменьшенный, конечно, видно, но полный размер, как было ранее в других магазинах. Да, мы можем подобрать. Мы это тоже заметили, уже передали разработчику в 2006 году. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Юрий. Вопросов два. Первый. Вы упоминали о различного рода компаниях, когда они выходят на новогодние распродажи, черная пятница какая. Они их за долгое время нам могут узнать из рассылки или это мониторинг специально? Да, в случае, если мы с вами уже работаем,